вот этим удалим. А вы их затачивали? Нет, они на стрит вам ходят заточки. Какие? 3000. Вот, я спецкали 18, вот эти не знаю. Такие вот 2500. Да. Че, вы прям курицу ими? Все можно. 59 единиц твердость. Это преимущество этой стали. Можно посмотреть? А почем колбаса? Вот я такие два ножа. 400. Вот 400, эти брали? 300. Это свинина с говядиной, краковский. А в какую цену ножички, извините, эти? Вот эти 2500, большой три. Угу. Ну вот видишь, женщина говорит, то что это? Она взяла один раз и не затачивала. А сейчас какие вот эти ножи? 3000, он говорит. Большие 3000, поменьше. Это интересно тоже. Они же, они быть нужны специально? Да, сейчас чехольчиком подберем. Линзы. Вот этот длинный вечер хорошо, да? Сука, кочан прям помещается. И курица. Не сразу, да? Курица, да. А это как называется? Кукри. Они каленые все. Кованые. Ну, у них я уже брала из сына вот такие ножи. И маленькие брала, вот эти у меня сын полковник, вот такие брала. А складники это как бы ручная, да, у вас работа? Да, да, да. Там же рога. Дом колбаску трезвый. А какая цена складничков? 2000 такие. Дамаск, но это уже подороже. А вот эти какая цена? 3500. Дедбай. Широгоровских ничем не отличается. К-12. А накладки из чего? Это такая специальная состав. Термоэкопласт? Да. А вот у вас были женские такие маленькие. Да, Широгоровские такие почти, да? А были, да? Ну, в общем, да. И клипсы также. А клипсы из какого этого? А теперь где клипсы? Не знаю. Металла. А это рукоятка из чего? Это ясень. Укрепся, не ступать дубу. И там вставочка. Я вижу. Клин, мастер вставляет. Он же вечный. Интересно, какой он вообще. Здесь просто он даже вот я его держу, мне условия. Очень нравится. Кастрюль. Картошку. Роботы кости, роботы дерева. В общем, универсальный нож. А металл какой он сказал? Колбасой пахнет. Пора с постом заканчивать. Конечно. Да что там, уж есть так есть. А в какую цену вот этот нож? 3500. А сталь какая? Дедвай. Вот они. Такие. А это прям сковородикинские ножи или вы сами их покупаете у кого-то еще? Нет, это все там на производстве. То есть это свое производство и вы полностью. Сами. И литье у нас льет все полностью. Литейница. И шампура вот делают вот такие. Все на заводе. Мы даже делаем ножи на военный заказ. Дамаск с медведем сколько сейчас стоит? Так, Дамаск, медведь. Это Булат. Булат. А 6. Не подорожало. А что из новых моделей? Есть что-нибудь? Есть. Более-менее новое такое? Скажите, оперативные ножики? Вот, цены это. Вот очень это, много. Да? И сколько у них цена? 2000 можно. Mm-hmm. Такие подороже. Вот, из нержавейки. Mm-hmm. Вот такой вариант. Вот новый. А что у них? Металл вы другой используете или что? Булат. К-12. Нет, ручки другие вообще. К-340. А такой сколько стоит? 5. Это новая модель, да? Новый, да, но ручки... Какая цена у них? Такие, 7 тысяч. 7 тысяч, да? Угу. Что-то дороговато, да? Ну, новый, говорит, модель. И дешевле он цвет крайне, 1500. Интересно тоже. А то под Якутске у вас, да, прям? Да, это Якутске.
тоже себе достали. Какая это цена? Это было с половиной до 6. То есть вы сами делаете якутские, да? Это ваше, да, производство? Да, 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 да. На сайте. Какая. А какая толщина вот такого? Это 4. 4? 7 тысяч, да, он? Была 6 тысяч. А, была 6. От 2,5. А. 2,5 нержавейка, маленьких, 5 видов. Нержавейка, алмазка, дамаск, была. Это у вас такого гибкого для рыбной разделки? Есть, вот он, целый ряд. Нет? Филейка. Есть, да, такие. Вот это поменьше, короче. Вот такой, да? Есть, да, да, да. Булат, 95 ставит. Она не ломается гибкая, да? Нет, она специально подумала. Да, да? Ну ты что купила бы? Вот это, да? Я взяла вот тот кухонный. Мне нравится, у них ручки. И вот мне складной вот понравился, который вот. Типа Аля Шарогоровский? Да, да, да. Вот этот 6? Да, это было. А была что-то, да? Под углом что-то. Если таким ножом его не согнется, то это для филейки. Филейные ножи, да? Mm-hmm. А в какую цену вот филейки? От 3 до 6. От 2,5 даже поменьше. Mm-hmm. Это была, да? Вот они филейки. А, вот дамаск. Извини, а вот это какой металл? Дамаск? Это дамаск, да. Спасибо. Дамаск. Дамаск. Это что ж такое? Тем, что это прям у меня из рук улетает. Прям сам. А это, смотри, как узбекский почти. А, пчерки, точно, да. Смотри, точно. А мне нравятся пчерки. Долго очень долго. Такая интересная форма, вообще просто очень красивый нож. Тоже видишь, да, маска? Мне пчаки нравятся. Мне тоже нравятся. Но мне вот именно такие. Вот помнишь, которые вот мы с тобой смотрели, они там цветные, мне очень нравятся. Которые с козьими там эти. Там вот эти вот разноцветные. Синий, этот красный. Ручка берет, короче. 3000 человек. Это что, финка, что ли? Наверное. А это финка, да? Карты принимаете? На телефон нужно. Карты принимаете? На телефон. На телефон. А это что, финка, типа, да? Это финка. 4,5. На телефон нет приложения. А из чего эта ручка? Что это за красное вот это дерево? Это дерево? Это, да, стабилизированное дерево, граб, обработка. Сейчас я позвоню. Спасибо.